Это вообще классно, но если я скажу то, что думаю. Это ты. Что это такое? Всем привет, в эфире ЦСКА ТВ, и сегодня мы будем изучать мемы. Ну это кардан, 100%. Знаю, мне кажется, все родители его любят. Мои родители его любят. Это Ваня Ух. Ой, ну это, блин, ну это Семен Антонов по-любому. Вот так. Так, ну вот этот мем. Я и мой друг на курсах английского. Серьезно? Это тут два человека, поэтому, наверное, я и Кардан. Это Сэм Руженцев. Но он у нас типа американец, вот разбирается. Погоди, я все-таки скажу. Вот это Ваня Ухов, когда он защищается. Вот это он. Ну, Кардан, конечно же. Главный специалист по качалке. Это Саймон. Так он здоровый всегда, по-моему. У Саймона такое прям сухое тело, он вот просто гора мышц. Ну, слушайте, ну вот, зная Семена, ну это он просто. Вот сейчас, вот этим летом, ну я хочу сказать, что вот Тони вот недалеко ушел. Вот этот качок вот эти. Взял две гантели, которые пылились весь год. Это тоже Саймон. Ой, напомните, что она тут говорила? Это еще и, по-моему, да, это в Минске, на площади Кубоколоса. Блин, что же она говорила? И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Семен, для тебя. Не знаю почему. Я не знаю, ну мем смешной как бы, но я не знаю, с кем ассоциировать. Ну вот это вот я иногда. Какой перебор будет показывать? Ну, мне кажется, я Ване буду звонить, он будет мне так говорить. Звони в любое время, я не отвечу. Он ответит. Ну, это я. Люблю поспать просто. Это тоже я сегодня. Когда встать, надо было рано вставать. Да мне кажется, слушайте, когда у нас ранняя тренировка, это может быть каждый, кто плохо спал. Не знаю, мне тяжело дается с утра вставать, всегда, все как бы всегда отмечают, когда я прихожу, там чего-то типа только встал или выспался, нет, вот, поэтому, наверное, я. Будем считать, что это не смешной мем, а просто предположим, что это Каспер, когда у нас типа все в огне, он будет, я думаю, хладнокровен. Вот это точно Ливио, когда происходит какая-то жесть, а то мне кажется, Ливио такой типа может держать себя в руках, такой, все хорошо, не супер эмоционально реагирует на все. Ну, это, наверное, Амат Мбаи, потому что он все время подбадривает всех, такой, типа, все нормально, все нормально. Честно, я даже не знаю, что вот это может быть какое-то. Ну, ладно, предположим, что это наш президент. Но кого сюда добавить? Добавьте сами.